Поскольку мы уже, так скажем, 75%, наверное, отыграли. Да побольше, да. Ну, 80, да. Собственно. И сегодня мы уже начали думать о новой программе, поэтому возвращаться к старой мыслями мы сможем, в принципе, на концерте. Поэтому зрители, кто появится на концерте, они все увидят. Для нас эта программа уже не новая. Уже старая. Да. Чем она отличается от всех предыдущих? Ну, как положено, одежда сцены, новые декорации, новое оформление сцены, новые персонажи, которые будут сегодня радовать. Да я бы так не побоялся бы сказал, что с каждой новой программой мы совершаем новый, как это, технологический виток. Правда вам говорю, истину говорю. С каждой новой программой это вот технологический виток. В этом... И Зеленоград является свидетелем этого. Да. Сегодня у нас вот есть технологически три новшества. Это первая механическая рука. Вот, она технологически, в следующую программу тоже как-то перекатится. Вот мы сейчас думаем, каким образом. Вот, кроме того, у нас есть видеопроекция, которая тоже в этом году отличается от прошлого не только по содержанию, но и по... По количеству проекторов. По количеству проекторов и по всему, по всему. Мы стараемся сделать нашу программу яркой, незабываемой, чтобы всем было... Кто не попал, обидно, а кто попал, приятно. Зал СДХ подразумевает некую камерность, и мы там позволяем себе, наверное, вот какие-то, ну, если так можно сказать, опыты, которые невозможно на сценах, скажем, вот таких больших размеров. То есть там будет почтальон у нас свой, будет ящик, которым можно отправлять послания. Вот некоторые, судя по сайту, хотят, ну, по крайней мере, один человек хочет сделать предложение своей барышне, он, значит, хочет, чтобы письмо отправил как раз наш почтальон. Надеемся, все у них с семьей получится. Вот, это такая лирическая сторона. А если говорить о наполнении, будет вот песни, которые мы никогда не играли, под названием «Бетховен», письмо не отправленное, «Черное танго», «Черная каракатица», они будут, естественно, визуально оформлены еще. И, кроме того, появится Бетховен. Он будет играть. Так как Бетховен глухой, мы не ручаемся, что он ровно попадает туда, куда. Но мы будем за ним, так скажем, поспевать. Мы будем поспевать, да. Ну, будет некая какофония, что ж, куда деваться. Как раз насчет альбома, к сожалению, мало вот тех самых. И не часто музыканты балуют. Например, тот же Клэптон давно ничего не выпускал. Прокол Харум, мой любимый, давно. То есть есть люди, от которых все равно ждешь какого-то качества, а они вот молчат. Поэтому мы, если можно сказать, в ожидании. Артур Браун, да, видел эти афиши, хотел пойти. К сожалению, мы были в гастролях, потому что я помню его этот... песню «Fire», по-моему, чудесную, и сам он такой экзотический персонаж. Просто у меня боль такая, что я так получил, что очень люблю группу Pink Floyd, но, к сожалению, у них так мало альбомов. Что даже, хочется помочь им дописать. Да неприлично, да. И вот появились такие группы, например, как Porcupine 3, Porcupine, по-моему, это сложно, я не так хорошо говорю по-французски, чтобы выговорить правильно. Вот эта группа, да, вот мы были в Канаде на гастролях и видели, там большие афиши, там они собирают стадионы, как ни странно. То есть они как раз дописывают те песни Pink Floyd, которые те не успели в своей жизни дописать. Вот, мне кажется, лучше вот иногда лучше дописать песни Pink Floyd, чем... Да, я еще вспоминаю песню, какой-то певец пел песни а-ля Джон Леннон. Я не помню, что это за певец, что это за группа. Но мне они больше понравились, чем, скажем, оригинал. Мне говорят, что это типа сын пел. Но это оказалось не так. Я до сих пор в поиске вот этого чудесного прослушанного некогда альбома. Потому что такие, скажем, эксперименты, они вполне оправданы, мне кажется. Допиши за дядю. Не, потому что группы такого уровня, там, как Битлы, как Роллинги, как Пинк Флойд, они дали огромные
огромный, скажем, плац, огромный материал, чтобы в нем копаться, разбираться и что-то, вот, что-то дописывать. Создавать, дописывать, да, сам, на самом деле это удивительно, это как не знаю, как классической музыки, да, там кто-то вот нашел этот, сам, этот источник, а потом из него до сих пор льется. Полилось. Молодым музыкантам, если можно так сказать, можно позавидовать, потому что у них есть инструменты в наличии, в изобилии, которые они могут просто пойти, не задумываясь, купить в магазине, попросить маму. Они не стоят, как автомобиль, никогда. Поэтому у них есть возможности. Другое дело, что есть ли желание и возможность преодолеть какую-то стену или там, чтобы... Мы о них узнали, другой вопрос. Мне кажется, молодым музыкантам сейчас надо разобраться в одной большой истории, тайна, когда музыканты, скажем, прошлых поколений, да, они брали вот не мастерством, не талантом, а магией какой-то. Это больше, чем талант, больше, чем мастерство. Куда-то магия сейчас пропадает. Вот сейчас молодым музыкантам надо искать эту магию. Ну, например, когда выходил Элвис, да фиг знает, о чем там поет, да пофигу, чтобы он не пел, да, там все равно это магия, выходит Элвис, все, как бы изал его. Вот молодым надо осваивать вот эти вот технологии. Поскольку мы участвовали два раза, планируем третий. Для нас это, во-первых, мы держим себя в тонусе и делаем те вещи, которые бы никогда не делали. И, значит, то есть это и какой-то информационный повод перед тем, как поехать в следующую программу. Скорее, это все-таки вот такая составляющая. Ну и приятно, когда народ откликается, естественно. Горячо на эти все предложения. Вот, а для мира это великолепная вещь, потому что в современном мире любое изобретение может найти своего инвестора мимо, так сказать, мимо дядек, начальников там. Вот. В данном случае нам тоже это полезно. Мы собираемся прикупить что-то на Кикстартере, где там, скажем, какие-то экзотические музыкальные инструменты, которые вот, никогда не появились бы, если бы нет. Краудфандинг. Но нам интернет помогает, опять же, достучаться до отдаленных уголков наших поклонников, которые лишены возможности видеть нас где-то там по телевизору, не знаю, где-то еще. Кроме того, вот в новой программе, которую мы сейчас, скажем, исполняем, были привлечены благодаря интернету как раз вот чужестранцы в Колумбии. Вот Марат нашел художника, он быстро и без всяких мук нарисовал вот эту как раз руку, потом Чеха, по-моему, привлекал. Да? Да, дело все в том, что это все технологии, которые соединяют людей. Это как это, Nokia Connected People. Ну вот, эти все вещи позволяют людям найти друг друга, скажем, этому лошади найти всадника, там, всаднику найти лошадь, я не знаю, там, художника найти заказчика, заказчику найти. Там, краски. Ну вот, то, что раньше было невозможно, даже там, представить, как найти какую-то информацию, это было невозможно. Сейчас можно найти что угодно. Вот в скором все человечество превратится в один организм, который будет стремиться к звездам. Thank you.
нашим, то есть хотелось бы сказать, глядя на того же Зощенко, что есть конфликт, но его нету. Наверное, потому что мы не поем смешных песен. То есть если бы мы пели вот юмор, юмористические какие-то напевы, то, наверное, это входило бы в диссонанс. А мы поем какие-то песни, размышления, можно сказать. Поэтому это все вот логично. Ну, дело в том, что какая-то подпитка идет, но, скажем, написание песен и, скажем, программа, она, как ни странно, не связана ни с какими вот такими непосредственными, что ты прочитал его что-то такое. То есть какие-то, скорее, обрывки информации, которые вдруг складываются в какой-то пазл, и ты вот видишь, что это удачно может сложиться. В этом, наверное, и отличие зрелого музыканта и недозрелого. То есть на недозрелого все влияет, а на зрелого уже все повлияло, в свое время. Он уже сам влияет на всех, уже меняется этим.